have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет, привет. Всем привет. Здорово. Доброе утро. Доброго. Вот, мы сегодня с вами в Sharkbite, и наконец сошлись звезды, и Sharkbite, и полная команда, и все собрались вместе, поэтому попробуем сегодня что-нибудь тут повытворять, посмотрим. У меня появилась идея, можно на пиратском корабле. О, смотрите. Так вот, можно яхту, можно пиратский корабль. Можно. Начнет самый веселье, когда кто-то из нас станет акулой, и вот тогда он будет целенамеренно гоняться за всеми остальными, я знаю, да? У нас тут акула, ребят, у нас тут акула. Где акула? А, вот это? Вот. Она не может определиться, где у нее лицо, на куртке или на голове, погодите. Гура или как это? Я не знаю. Это Гавр Гура. Ну, на имя посмотрите, вот, это оригинал. Гавр Гура. Что это за язык? Народ, кто знает, что это? Это хинди? Нет, это не хинди. Что это? Это язык. Спасибо, Карл. Нет, это еще один чайник. Во, вдруг. Два чайника. Я знаю, кто украл. Вора, да? Чайник. Вы нашли второй. А как? Чайник. В смысле? Ты нашел своего потерянного брата? Да. Теперь ты и 40 салонов должны станцевать для нас. Прям индийское кино. А это что? И он тоже своего брата потерянного нашел. Смотри, он более в форме, чем ты. Ты какой-то квадратный, как я. А вот он, смотри, он в форме. Мне... Ребята, я просто... будем на так, подходите тогда к коту, в самом деле. Он сейчас будет... Кидай инвайты. Он кто? Ну, хай или... Только скорее, 16 секунд, быстрее кидай инвайты. Да-да-да, кидай инвайты, всем. Сузема, а ты зачем? У тебя что-то хорошее есть? Как присоединиться? Сейчас вам будут приходить инвайты от... От меня. Да, от кота. Кота! Так, ну, вчетвером всех загребли, нет? Да, не знаю, всех. Нам еще кто-то пришел. Ну, вы уже поздно, конечно. Что за взрывы? Занимайте позиции, садитесь. Так, на пушку я пошел. На какой в лодке? На какой в лодке? Мы на пиратском корабле. У? А сколько он стоит там? Я уже не помню. Мы можем тебя забрать. Вообще, было бы круто... Меня забрать? А ты на чем? Лодке. Зачем меня забирать? Я на подлодке. У нас есть подводная лодка, просто она маленькая. Да садитесь уже, а то как мы будем летать? Першинг, садись куда-то. Есть, я сел, как пристегнулся. Садись. Сядьте куда-нибудь, займите места, пожалуйста, по билетам. Вот следующий матч на Deluxe Edge. Хорошо, у меня она тоже есть. А, вот она, да. Она крутая, там на обломках выживать можно долго. Во-первых, да, но... И она может делать вот так. Твари! Вставайте! И что мы делаем? Нет, нас сейчас перевернет, ты чё? Я нормально. А пуля вот. Крыса первый с корабля побежал. Давай разгоняй нас, давай сальто делать. Где фу? А как пушкой управлять, ребят? Как пушкой управлять? Никак. Ты просто стреляешь, когда. Когда хочешь. Подождите, заберите, я хочу акулу поснайпать. Кого? Акулу. Сейчас. Мы что, за акулой ходимся? Справа по борту акула, народ. Ребята, сейчас... Оно за тобой, Зуземы, вали, оно за тобой прям. Здесь нацелено. Можно кликать, а здесь... А, мне нет, нельзя закликивать. Ну, можно вообще. Ну, автокликер, нормальный день. Мы делаем. Это способность этого корабля, не переживайте. Нормальный движ. Это если за тобой вдруг тебя понимает акула, а ты такой, опа. Да что вы? Вы адекватные? Нет. Но разумные. Тоже не особо. Адекватные, абсолютно разумные подписчики. Давайте заберем его, давай. Слабоумие и смелость, и отвага, все, поехали. Там лестница с другой стороны. Да ему нормально, поехали. Или нет? А, ну хорошо, давай, давай. Давай к нам, давай, хорошо. У нас место есть лишнее? Есть, давай. Да, есть. Человек, да. Люди, пристегнитесь, Першинг. Першинг, пристегнись, мы бессмертные, поплыли. Так, Зуземы, сядь, пожалуйста. Куда? А, вот. Есть еще один стульчик, вот. А чё это происходит? Акулу убили. Ну ладно. Всё равно надо попробовать лететь, давай. Я тоже не точно. Я был в рум, объясните, пожалуйста. А? Что ты говоришь? Я был в рум. Я был на мачте.
Нет, просто кот знает, как получать все этот скин. Гутисагу примите на корабль, давайте Deluxe Yacht и Гутисагу. А, это задарка. Ну, на яхту сейчас? Да, да, го на яхту. Хорошо. Вот. Кстати, это Гаврбура разговаривает на языке макарошек, да. Итальянский? Вот, задарка, примите. Так, сейчас, погодите. Это прием откроется через 4 секунды, когда будет этот, скажет мне, кого принять, погодите. Окей. Так. Меня принимай, ну там, знаешь, мы не... Да меня тоже. Не, я бы не догадался, прям, если бы ты не сказал. Отлично, да ну к моей яхте. Я сейчас вас всех приму, ребят, погодите. Примите меня. Желудок большой, все поместитесь. Я принимаю. Высоцла. Суземе. Погодите, вы к Суземе или к коту? Суземе, инвайт меня. Ко мне, а? А в смысле? Давай. Давайте. Суземе, спроси моего ника, да? А, вот все, да. Пригласи, пожалуйста. Все таки, да, сейчас приглашу, пожалуйста. Приглашу, на. Где приглашение? Спасибо. Он нас не пригласил. Подожди, а кого не пригласил? Всех. Все на своих лодках, что ли? Да. Нет. А куда плыть? Короче, Серёж, за руль. Я за руль. Кто за... На чём плыть? Алкоголь. Вы на чём? Все, сейчас найдем, я могу найти. Замочу. Земля, какая у тебя лодка? Мы на... Не буду говорить, а то тут есть фрум. В самом деле, с чего бы? Большая. Дорогая. Ой-ой, я слышу. Молчи, молчи ты, блин. Их три. Та, которую едят или где? Так, вот не ешь, пожалуйста, большую. Не ешь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, фрум. Пожалуйста. Ну тут реально, тут осколков этих, жевать не переживать. Лучше начать с этого. Вижу хвостатых. Ладно, если что, тут три было этих больших лодки, и ты не нас. Ой, ребят, подберите, подберите. Я на самом деле не вижу, что тут происходит, я вижу просто куски чего-то, что плавает. Стойте, Серёжа, стоп, машина. Я стою. Бля. Ну куда ты едешь? Да все, вот и стою, что надо. Как вам залезть? Ну тихо. Никак, всё. Помогите мне, я на... Вон там лестница, там лестница, давай. Вижу. Давай. Нет! Стой! Я забыл, что тут Титаник есть. Там фрум. Фрум. Сережа, полный ход. Адмирал, ты-то куда? Я не могу. Ходу. А, нет, он там уточку съел. Да блин, я стою на месте, меня шатает. Я залез. Залезайте. Давайте все кругами ездим кругами. Чертова ночь началась, вы офигели. Тихо, Зуземя, прикажи им остановиться. Залез. Повелеваю тебе остановиться. А, я вас вижу, хорошо. Мало времени, правда, я вас вижу. Я поворачиваю, не ешь. Не смей. А, он очень плохой, он плохой. Я поворачиваю. Оба, финты. К обломкам. Наверное. Опа, тебе финты, ой-ой-ой. Ребят, Ваня, я-то могу под островами плавать, в отличие от вас. Помогите, пожалуйста. Я тоже могу под водой плавать, только недолго. Пока. За мной уже выдвинулись. Бейте акулу. Бью, снайпну его. Не могу понять, где она. Блин, я упал. Я не с лодки упал. Плыви, Сережа, плыви. Чего? Не, ничего, плыви. Вот это у вас тут бассейн. Нет, я соскользу. Кого-то сожрал. Ну, такова судьба. Першинг умер. Фрум, я тебя не расстреливаю, Фрум. Я выпал. Ну, стойте. Вова, я за тобой. Я назад. Так это вы. Ребята, я к вам еду. Плыву. Стой. Вова, Сережа, стоп вообще. Да хватит выпрыгивать за борт! Остановись! Сколько тут этих яхт сраных, блин, что все люди такие богатые? Пацаны, сами за себя, тут акула. Тут акула, не сами за себя. Сами за себя. Пожалуйста, не надо. Я нет! Минус два. Пацаны, сами за себя, все. Я поехал. Фрум, спасибо, я как раз этого и хотел. А ну иди сюда. Я плыву. Так, еще кто-то. Знаете, в чем прикол? Нет. Почему нельзя откусить мотор? Это форсаж. Не знаю. Фрум, слушай, а ты знал, что ты в лобби ходишь? Вот я не знал, что акула в лобби ходит. Акула в лобби ходит, я это знал. Правда, я думал, что она больше АФКшит, чем ходит, но... Я тебе прижму. Не-не-не, она тут что-то перемещается, вот ты что-то тут ходишь.
Мы должны еще продержаться 70 секунд. Хром, не жри меня, хватит! Ой-ой-ой! Хром, Хром, не смей, не смей! Почему Хром? Не смей меня жрать! Хром, не смей! Нет! Ты же меня смей меня жрать, Хром! Нет, ну смотри. Серёжа, подожди, ты что, Хром говоришь? Да, короче, смотрите, это... Хром, что угодно. Хром. Он Хром, потому... Хром. Он Хром по той же причине, почему я этот, десерт. Хром, не смей меня жрать. Не смей меня жрать. Ладно. Ой, еще кто-то. Два кто-то, хорошо. Еще 40 секунд, я должен продержаться. 40. Серёжа, желаю тебе наибыстрейшей смерти. Я 30 секунд. Сколько у вас осталось? Еще 2-3 человека. Сзади, Фрум сзади тебя плавает. Я знаю, но там вон еще целая лодка плавает. Нет! Нет, не смей, я тебя вижу, Фрум, я тебя вижу. Фрум! Это Хром! Не смей! 15 секунд! Не смей! Я не понимаю, Серёжа рофлит или нет? Нет, 10, 9, 8, нет, он не 7, рофлит. 6, нет. 5, да ну лодки 4, быстро развелись, офигеть! 2, ах 1, вы... я выиграл, ах ура! Вы... Ура! А я на крыше. По-моему, Серёжа это единственный, кто рад своей победе. Ну, человек искренне радуется, почему бы нет? Да. 5 человек осталось, вы офигели! Я the dark. Я не понимаю, как ты не можешь выиграть за акулу? За акулу вообще и не играть. Ну, не знаю, на самом деле, вот сколько мы играем, за акулу редко кто выигрывает. Ну, потому что у тебя тупо не хватает я скорости. Акула, я ребята, постоянно делаю всех акулы. Знаете, всех. Какую акулу я хочу? Идите к стеклу, посмотрите. Действительно, какую же можно а акулу? Я не могу, да, а, вот, могу. Я хочу мозазавра. Нет, мозазавра, мозазавра. Ты не туда идёшь. Так, на чём мы, кстати, идём? Давайте... Я хочу быть акулой. Я... На яхте. Ой, Пойду. Не сиди, я сейчас вас всех заинвайтю, есть большая... Давай. Хорошая массовая могила. Пригласи меня тоже. Я всех пригласил. Ну а? Всех. На банане? На банане, серьезно? Неплохо. Народ, есть вещи хуже, на чем можно посидеть, так что банан это не самое плохое. А, вот Сигма. Меня не пригласили. На чем, на бутылке еще? Ну, почти. Фиговый вопрос. Ну не на трехлитровой же банке, чувак, ну. Ребята, на банан садитесь. Ну. У меня РПО шмель есть. Все акула... на банан садитесь, там сзади банан садись. Пешин тоже. На банан. Это знаете, это фишка, что с маршрутчиком рядом ездить нельзя, только сзади. Вот то же самое здесь. Давай, ходу. Нет, Першинга забыли. Вова, давай договоримся. Вова, давай договоримся. А нас что ли не догонят? Нас не догонят. Да нет, меня может быть не догонят, а вот вас. Огромный банан, акула любит. Он нас взял как десерт с собой, короче, просто чтобы... Ешь, кстати, в этом привет. Минус 4. Нет, вырос сразу, моментально. Вова, я еще жив. И кота на десерт. Отправляемся в лобби. Вова, я же... Я же говорю, что за акулу играть это изи. Слушай, да нет, это не потому что изи, потому что с нами кот. Вот почему тебе было изи. Сейчас посмотрим. Не, если ты выиграешь, тогда ладно, подтверждаю. Вова, я тебя вижу, хватит, Вова, хватит. Это не ты, Сережа, это не ты. Это я тут. Это не ты. Нет, это я. Вот я тут. Это моя фишка скамить. Я тебя вижу, стой, я просто наблюдаю за этим. Я думал, что, короче... Плавают в обломках, где я вообще на другом корабле был. А, нет, это выглядело так, как будто акула опаздывает на автобус. Стой, я тебя вижу, стой! А, вот ты, кстати, реально. О, ты меня не съешь, нет! Не, ну это было так весело. Ты сказал, что я тебя не съем, уже... Возьми в следующий раз патрульную лодку. А, патрульную лодку? Да. Он так жестко обстреливает в земле. Подожди, вот этот жесткий, чел. Сейчас мы наблюдаем за тем, как Зуземя обстреливается градом. А чё ты не убил-то? Я ж тебя протаранил. Ты шутки за 300, ну-ну. Шутки за град. Давай лучше про виноград. Акула убита. У вас сколько зубов? О, гроб лодка, мне нравится. Самое то. О, ну вот. Банан это была гроб лодка. Гроб лодка. Видите, ну я же говорил, за акулу играть и...
Потому что ты быстро приезжаешь в лобби, да? Нет, просто понимаешь, минус 5 человек сразу же. Потому что мы умные. Пацаны, давайте скинемся и купим Титаник. Откуда собрал? Я не знаю, что можно скинуться, но это другое. Если скинуться, то только собрал. Нет, можно. Нет, так-то можно на Робукс скинуться. Титаник самый переоцененный корабль всех времен. Титаник стоит. Неправда, на нем есть 4 быстрые лодки. Ребят, закиньте 5 робоксов. Не, у меня косарь лишний есть, я могу купить. А лодка? Так, ладно, ребят. Пригласите меня, пригласите главное. Так, минуточку, кого я приглашаю? Давайте, Сережа. Меня. Першина, Цуземы, как еще ники, ребят? Я пригласил, Сережа. Я буду на быстрой лодке, я сейчас акулу расстреливать буду со снайперкой. Бисфор. Я тоже. Вы мои приглашения кто-то принял, нет? Нет. Ты мне не отправил. О, спасибо. Кому еще не отправил? Там норма, лёд, поздно. Отбиваешь. Не, Висфор успел. Фух. Ну, просто на одном корабле мы сегодня поплавали, давайте Сережа. На втором. Сережа, давай. Ничего не делал. Всё, Сережа, нет, сядь на более задний. Который окей. Да, всё, бери базуку, а будем рад. Что это было? Вова. Вот досада, как же нам не повезло. Но не стоит расстраиваться. Сережа, какого хрена ты с лодки выпал? Ты дегрой. Дегроид. Дегроид. Звучит как новая раса. Куда ты уплыл? Мы на месте стояли. Не, ну почему новые? Они обитают рядом с людьми уже столько тысяч лет, а ты говоришь новая раса. Я? Вова, я не знаю. Сережа, ты... А, ребятки. Так, акула, осторожно. Я подаю тебе... У нас жрут. Он очень далеко, он пипец. Вова, а когда была загрузка, короче, я выпал. А зачем ты выпал, когда нет, была это загрузка? Автоматически было, короче, я подлетел по автоматике высоко. Чё. Да, я по выжил. Автоматике автокликер врубил. Вот, ну, жиза. А, вот что ты сделал, чтобы не прыгать автоклик. В лобби. Я тебя понял. Слушай, ты там пока плаваешь, давай я тебе парочку фингалов поставлю. Не надо, дай. Вова, что у тебя за пушка? Я вернулся и даже попал с РПГ. Ай! Вова, что у тебя за пушка? Я за акулой понаблюдаю. У меня снайперская. Снайперская акула? Еще кто-то нет, жив. Пушка. Ладно. Пушка снайперская. Ну, что ты такая быстрая? Ну ты офигела, кто тебя разрешал? Тут максимум 60. Куда ты там гонишь? Блин, невкусно. Ой-ой-ой, Вова. Чувак, там еще люди есть, если что. Блин, тебя сейчас раздолбят из гранатомета. Вова, я попал 2 раза. Хорош. Пипец, 2 раза попал, чел. Акула обиделась. Нет, она за нами. Обидела акулу. Она за нами. Не. Оно плыл в угол. Тактический разворот. А теперь пойди и подумай, да? Где? Опа. Эй, они в углу, я не могу их зажрать, потому что я... Я, это законно вообще? Ты это видишь? Потому что у тебя морда квадратная. Эй, убили акулу, давайте. Бьём акулу! Бьём! Вова, в атаку! Давай, сейчас, почти. Давай, на акулу. Убейте, умрите. Так, народ, насчет изи, того, что за акулу изи, легко играть. За все это время ни разу акула не выиграла, если что. Слушай, кроме я обыграл, когда была акула. Так, ладно, я славлю у нее лодку крутую, очень. Играла, Саша. У нас сколько? Полная деревня. Пять. Мой скин не смущает, ты как бы не из этого. Ну да, тебя не было же, когда мы скин. Я хочу купить Шарк Бласт. У кого есть 950 зубов? У кого есть 950 робуксов? Очень надо, пожалуйста. У меня. У тебя 950 тысяч. 980. Слушай. А, секунду, у тебя все же есть? Нет, у меня нету. У меня их нету. Давай, приглашай. Давай мне робуксы. Короче, Серёжа. Приглашай меня полностью. Кто приглашает? Коно. Вова, да. Это я. Першина пригласил? И да. Першинг. Это же русский. Не, это абракадарба. Не, это с... Какая... Абракадабра. Першинг. А, абракадарба. Кадарба. Я с вами. Слушай, Кадарба. Я на последних секундах выбрал другую лодку, скажи мне. Я не выбирал. Так я выбирал. Брысь с руля. Я не знаю. Ты не там ударение поставил. Уйди, нельзя. Вова, но зато мы новый год. Слушайте, если кто не знал, сейчас Новый год. А у кого?
Бывает. Поплавали. С Новым годом. Блин, он что, ливнул, что ли? С Новым годом. Ту же лодку, второй раунд, давай, надо поплавать на ней. Так, кто к нам в сани Деда Мороза? Нет. Кто стучится в дверь ко мне? Я. Банан. Толстая сумка и на ремне. Давайте опять в банан. Не-не-не. Нет, какой банан? Повышаются. Коллективный банан, группы не нужен. Банан, это сам банан, его скрестили. Никакого банана, стоп. Или пингвин, или пингвин, или патруль. Оп. О, вот, все, теперь точно, или пингвин, или патруль. Вова, приглашай. Так. Ой, блин. Кстати, я недавно научился делать чертежи. Я заинвайтил, нужен. Для кораблей, чтобы их строить на карте. Бля, водку. Кайфово. Пингвин. А нас хватит? Мы берем вот эту лодку по одной единственной причине, из-за ее гудка. А что произошло? Погодите, неужели я... Да, ты. За Сэмы где? А, ну... Страдай. Ах, так. Ща покусаюсь. Холодильник. Страдать. Натекло в Роблокс. Продать? Так, все, я готов. Это компьютер вызову. Поздравьте. Дежаву, а я спин. Space Iron the Street. У меня есть только одна цель. And I know it's my time to go home. У меня РПО шмель, ты уверен? Это лава, блин, не лагай. Она тупая. Официально. Вова, я буду придавать новые валюты. Вы видите, какая у них система залпового огня? Да, это короче, подарки, а не имбовы какие-то. Да-да-да, подарки это прям слишком. Прям вы стреляете, боже. Они дарят радость, дарят подарки. В общем-то, Сака, Сигма, прислушайтесь. У них кассетные боеприпасы, у них запрещенные кассеты. Сейчас, запрещенные. Сигма, прислушайтесь. В атаку. Что это? Это наш гудок, ребят, это то, почему мы на этой лодке. Вова, приближаемся, убьем. Подождите, а это вы закидываете их подарками? Да. А вот подожди, а у кого такие подарки? Не у меня. У меня есть. Потому что мне жалко зубов на оружие, я коплю зубы на лодке. А! Едь! Подведи нас поближе. Да, давай. Сейчас, я хочу... И желательно к ним... И желательно к нему бортом. Чудо, не туда попал. Чувака просто дропнули. Он же не перевернется. Уже все, да. Вот он стоит. Ну ты черт, конечно. Ой, акула к нам идет. Ржем, ржем, быстро. А почему-то... Я живой. Нет. Как? Оп, я сни мне. Оп, я сни мне. Как? Самое дурацкое, это вот этот водный скутер. Давайте, ребятки, на водном скутере. Пацаны, как кидаться подарками? В общем-то, надо надеваешь белую бороду. Так. Ждешь 31 числа. Ага. А если серьезно? Нет, это вот это, вот гифт лаунчер за 500. Вот это. Ну, за 500. Ну, меня другое интересует, а неужели спасибо. Есть какой-то дедспот в углу, как можно прятаться? Слушайте, а у кого есть ресерчбот? Ресерчбот? Исследовательская лодка? А для чего тебе? Ова. Mm. Короче, смотри, берем твою быструю лодку, я покупаю эту штуку, подарками будем стреливаться. Нет, что-то эти под... Ну, блин. ХЗ, эти подарки, они опасные какие-то, они не на особо большое расстояние действуют. Ребята, давайте нашу старую тактику. Понял, из-за сдохнуть чего в начале раунда? Не очень удобно. ХЗ, я хочу взять подлодку и замуроваться в пещере. А это реально? Да, да, реально. Да, там, короче, под текстурки можно. Как я хотел сказать, берем банан. Там да. Подлодку берешь, да. В пещеру заплываешь, вверх плывешь и там закидываешь. Так, ребят, Viral Infection. Прикольно, этого еще не было сегодня. Все, я, короче, первый сейчас буду. На, только... Я сейчас буду. Нет, подожди, только нет. А, так, нет. Хорошо. Какой-то рандомный чел. Вова, приглашай. Так. Кто со мной под текстурки? Дураков нет, понял.
Я есть. Нет. Нет, какой грубный. Какой грубный. 4, 5. К Фруму, к Фруму. Я лучше с ними поеду. А, ок, сюда можно. Ну вот такой еще может. Я люблю. Басы? Майнкрафт? Я люблю. Я люблю Майнкрафт. Я люблю Майнкрафт. Ну, хаги-ваги, нет. Хаги-ваги, хаги-ваги. Пошли купаться. Убери ласты отсюда. Кыш. Серёж, есть кнопка тебя выгнать. Ого, ты кто такое? Это мегалодон. Это мегалодон. Мегалодно? Это большая ладошка. Это мегалодон. Это мега-говно, это мега-говно. Это мега-ладонь? Мега-ладонь. Мега-ладонь. Вон он! Где мега-ладонь? Вон, справа, ребят. Такой же яхту сожрал. Давай руку, мамка, руку давай. Моя добыча. Что это за голос? А любит него из РПО. Вова, что с управлением? Его нет. Сразу же, сразу же. Она налево, не поворачивай, я сейчас налево. Она налево. Мегалодон. Мегалодон. А же это? Это же... У нас же инфекция, у нас же будет много акул. Я в лодку про... Я в текстурах лодки. Помогите. Но... Что вы делаете, ироды? Что вы наделали? Нет, я... Вернитесь за мной, пожалуйста. Жертву. Откупайтесь от акулы. Вова, там надо где-то сверху. Да, то сейчас мне сверху надо. Ой, что с управлением? Нет, стоп, я сейчас лечу. Помогите мне, или иначе я приплыву и сожру вас. Фары включи, ничего не видно. Да включил же. Во. Ребят. О, видно все, Найт. Вова, мне страшно, почему так много акул? Ребята, мегалодон к нам приближается. У нас гости. Нет. Вова, кто там? Нас окружают. О, зузями, я поймал зузями. И меня. О, слаг. Где? А прикиньте, я все еще управляю. Так, ты где? Живи, я не знаю, я в воде. Меня скушали. Живи. Вон он. Я не хочу умирать. Я плаваю без лодки, отстреливаюсь от такую из РПГ. Я отстреливаюсь от человека с РПГ. Человек-акула. Человек без шуток. Он всем говорит, я ням. О, я слага поймал. Блин, ребят, короче, есть такая тема, если... А, ну все, типа акулы победили. Если заражение... Если ты остаешься в сиденье после того, как разбили лодку, и ты не задыхаешься, то ты не отображаешься ни как лодка, ни как плавающий человек. Так можно неплохо потроллить акулу. Но не в этот раз. Ладно, ребятушки, думаю, на этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем молодушек. И всем покеда.